Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Сегодня у нас с вами шестой урок. Мы возьмем следующую букву. Это буква Т. Буква Т – это одна из букв, которые мы будем с вами изучать, и у которых есть схожесть. Да? Вот схожесть в виде такой формы тарелочки. И только буквами, вернее, точками или какими-то нюансами дополнительными они будут отличаться. Буква Т мягкая буква, полностью пишется во всех формах только на строчке, ниже строчки не опускается. Здесь мы видим, она написана в первой строчке с согласовкой и отдельно, то есть позиции отдельно. Та-ти-ту, та-ти-ту. Не нужно ее читать твердо, то, да, она мягкая, та-та. Когда буква «та» приходит в соединение в начале слова, она пишется, опять же, на строчке, двумя точками, да? Сейчас я напишу, вот так. И здесь уже какая-то там буква. Например, как здесь мы видим, а, нет, здесь «мим». Например, как здесь вот «та», и потом «мим» идет, да, «та». И потом мим, который мы брали с вами на прошлом уроке. Когда она приходит в соединение с двух сторон, то есть в середине слова, и когда в середине слова она соединяется с двух сторон, тогда мы видим соединительную линию, поднимаем кверху, и две точки, обязательно уже две точки пишем вот над вот этим зубчиком, который остался, да? И далее может быть, например, буква «мим», «ти» или любая другая буква. Например, буква «ра». И когда буква «та» приходит в конце, если предыдущая с ней буква соединяется, тогда она пишется как в отдельности, только у нас будет прослеживаться соединительная линия. Вот так. И тогда уже точечки будут над вот этим над этой тарелочкой. Да? Еще ее называют смайлик арабского языка, так как она у нас вот такая улыбающаяся буква. И сейчас прочитаем те примеры, которые у нас есть. Та-ти-ту. Мат. Здесь, обратите внимание, эта буква уже читается быстро и с таким маленьким, ну, это гэмс называется, как придыхание. Мэт. Важно, что не придерживать чрезмерно, потому что если придерживать, это будет схоже как удвоение. Не мэт, да, то есть не делаем паузы, а сразу и тоже не чрезмерно, не надо т сильно выпускать вот этот воздух, да, умеренно. Мэт, мит, мут, тэмэр. Тарир, зурта, амарти, марарту, умирту, амарат, амартум, умиртум, марартум, мурирутум. Эти примеры вам нужно прописать, прочитать и быть готовым писать их в любом сочетании с любыми буквами, которые мы уже с вами выучили. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.